Рафика в щелчок, клюшка сломалась, и да, вот шанс вот для это... СКА. Вот шанс для СКА. Хайруллин поехал. Осталось обыграть только Шалунова, а здесь побежал Каюмов один на один. Артур гол. Артур забивает, и Локомотив у нас с вами становится первой командой, которая СКА обыграла дважды. Таких команд больше в КХЛ пока нет. Ну, также так, хоккеисты СКА потеряли шайбу в средней зоне, тем более там была сломанная клюшка.